Всем привет, друзья! И сегодня я буду гулять, получается. Ну, как сказать, гулять? Точнее, как всегда, с жителями там разговаривать и опять торговаться. Вот, друзья, вот в этом стиле, короче. Ну, все, друзья, в принципе, можно пойти. Офигеть, друзья, какой красивый закат. Так, ну что ж, пошлите. Стоп. Мне кажется, или там глаза чьи-то белые? Стоп, надо глаза, друзья, что-то притереть. Странно, друзья. Никого нету в окне. Так, ладно, мне надо к мэру, друзья, отправляться. Как-то странно, друзья, это все было, ну ладно. В принципе, в нашей деревне это бывает, мне кажется, поэтому ладно. Это будут простые пустяки, мне кажется. Так, здесь она... Да, друзья, называется житель допился просто. Не может на свою кровать лечь. Эй, житель! Житель, просыпайся, ты чё сюда лёг-то? Ой, я напился молока. Ой, как живот болит-то. Ты чё, холодное молоко, что ли, пил? Да. Ну, надо было разогреть тебе. Давай, вставай, давай, я тебе помогу. Фу. Спасибо, Рать, давай. Ага, давай, житель, спи. Да. Ну, как обычно, друзья. Да... Что? Это что, друзья, сейчас было? Офигеть. Офигеть. Так, ладно, я к мэру. Так, мэр, можно войти? Вы дома? Да чё вы все? Чёрт, что-то малыш здесь. Так, о, ты как? В порядке? Я тоже молока напился. Молока? Да вы чё, все напились молока? Да вы чё за там... За... Что? Что сейчас в окне, друзья, было? Чёрт. Офигеть. Давай, вставай. Фу. Чёрт, друзья, это что за нечто? Так, надо посмотреть со второго этажа. Офигеть, друзья. Офигеть, это что такое? Так, здесь его нету. Здесь его тоже нету. Так, ну, в принципе, друзья, ну никого нету. Что? Что? Черт, друзья. Вот так меня и угробить можно так. Ну-ка, может это нечто там еще? Что за фигня, друзья? Что за тьма здесь? Что творится? Это что за нечто, друзья? Как будто оно появляется и исчезает, друзья, здесь. Все как и обычно, двери. Вот эта дверь, я помню, была открыта, кажись. Я ее открывал, а не закрыта. Это что? Это что за фигня? Ай! Ой, опять упал, друзья. Черт, что я за невезунчик такой? Так, друзья. Что это за фигня, друзья? Вы просто. Оно исчезает, оно уходит куда-то, а потом опять появляется. Так, друзья, мне даже страшно. Мне, друзья, даже страшно. Черт, друзья. Это нечто с белыми глазами, я даже, друзья, не знаю, это пустота какая-то, тьма или еще что-то, я, друзья, не знаю. У меня просто слов нету, но надо, друзья, домой идти. Друзья, сейчас, я скоро дойду до дома, здесь светло, друзья, хорошо. А сзади чудовище... Черт, да ну нафиг, это что за нечто? Черт, не, никакого нечто не существует, это мне кажется. Так, надо быстренько ко мне домой идти. Так, Рекс, ты будешь со мной теперь ходить? Ну, не, лучше сиди, это, ой, извини, Рекс, тебя этого не касается. Черт, друзья, что за фигня? У меня стекло разбито. Друзья, так это мне уже пугает. Черт, такого не было. Черт, друзья, свет погас. Такого, друзья, не было, когда меня смерть, друзья, хотела убить. Что? Нет! Что? Где? Почему темно? Что за фигня творится? Это что за большие глаза? Черт, где я нахожусь? Черт, что это за кошмар был? Черт, офигеть. Фух,
Я чё, спал? А то мне все приснилось? Офигеть, ну и сны у меня реалистичные. Что? Что? Это не сон, это не сон, а? Надо бежать! Чёрт, ты ну нафиг, не может быть! Это нечто! Нечто за мной с белыми глазами, это пустота, а? У меня даже слов больше нету. Чёрт, надо бежать отсюда. Чёрт, офигеть, что это за фигня? Она бежит! Не могу как будто бегать. Нет, не иди, нет, не подходи, нет, не надо, нет! Что? Где? Что? Что вообще происходит? Почему это нечто преследует меня? Что? Нет, не может быть. Я... Чёрт. Ну, как будто хочет меня просто уничтожить. Чёрт, что она делает? Она черепа ставит. Нет, не может быть. Не может быть. Пусть сейчас день повлияет, надеюсь, это все исчезнет. Не, отстань от меня, отстань. Нечто. Чёрт. Так, оно исчезло? Да... Надеюсь, исчезла. Так, черепа. Черепа тоже исчезли. Друзья уже радуют. Все это нечто исчезло, друзья. Солнце, ну, как мы знаем, что нечисть вся исчезает. А чё, брать? Я о чем? Ты чё, не видел черепа? Нет. Черт, друзья, это реально какое-то нечто было. Ладно, не забывайте подписываться, ставить свои лайки, если вам был я, Рэдь. Фух, сегодня меня преследовал какое-то нечто с белыми глазами. Ладно, всем удачи, всем пока.